Гипноприза в боксах. И прием выигрывает Найман. Найман повел, Людовик вторым. Автор, дерзкий рассвет, немножечко закопался на старте, но встал на ход. Лошади выходят, входят в правый поворот. Найман повел. Автор вторым. На третьем месте Людовик, и дерзкий рассвет замыкает. Лошади едут в правом повороте. Проезжают отметку 1600 метров. Найман лидирует. На втором месте автор. Людовик и дерзкий рассвет. 500 метров пройдены за 34,5 секунды. Участники скачки выходят на противоположную прямую. Лидирует Найман. На втором месте автор. Третьим держится первый номер. Людовик. Дерзкий рассвет четвертым. Дерзкий рассвет немножечко, похоже, не попадает в пейс, и Мирзабек сейчас его даже немного подталкивает. Лошади преодолевают половину дистанции. Найман впереди, автор вторым, Людовик тут же третьим. Дерзкий рассвет замыкает с небольшим просветом. Компания начинает скучиваться. 500 метров пройдено за 33,2 секунды впереди. Найман, автор, тут же вторым. Людовик тут же третьим. Дерзкий рассвет четвертым. Автор захватывает Наймана. Они пошли в борьбе за первое место. Людовик тут же третьим караулит их. На четвертом месте дерзкий рассвет. И включается в борьбу Людовик. Людовик у отметки 500 метров захватывает автора и выходит вперед. И очень уверенно выходит вперед в руках. В то время как Тимур Гусейнов на авторе уже едет вовсю. 500 метров пройдены за 31,8 секунды. И в борьбу включается дерзкий рассвет. Дерзкий рассвет по бровке захватывает Наймана, захватывает автора. Тем временем лидирует Людовик. Дерзкий рассвет мощным броском приближается к Людовику. Возьмет или нет? И все ближе и ближе финиш. Людовик смещается немножко в поле и удерживает победу и выигрывает вступительный приз. Дерзкий рассвет вторым, автор третьим, Найман четвертым.